В Краснодаре 30 сентября проходит 44-я очередная сессия законодательного собрания края 6-го созыва. В заседании кубанского парламента принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Депутаты ЗСК единогласно согласовали кандидатуру Андрея Алексеенко на должность первого вице-губернатора. После этого глава региона назвал имена вице-губернаторов обновленной команды. Андрей Коробко сохранил пост вице-губернатора, курирующего сельское хозяйство и ветеринарию. Игорь Галась – пост вице-губернатора по финансам и экономике. Сергей Болдин сохранил пост вице-губернатора, курирующего природные ресурсы и имущественные отношения. Анна Менькова, как и прежде, продолжит курировать социальные вопросы. Новым вице-губернатором по вопросам внутренней политики стал Игорь Чигаев. Вице-губернатором по вопросам потреб сферы инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной отрасли стал Александр Рупель. На должность вице-губернатора по вопросам транспорта, ТЭК и ЖКХ назначен Александр Трембицкий. Вице-губернатором по вопросам казачества и развитию спорта стал бывший замглавы Гулькевичевского района Александр Власов.